Так, всем привет! Мы только приехали с вечернего фломарта и покажу сразу покупки. Так, вот такая уточка, паштетница расписана вручную. Теперь я поймала три бокала, как из музея. Клянусь, такие стояли в Пасау, в музее стекла. Вот такой. Но я именно бокал не нашла. Нашла как бы вазочку, там другие изделия, даже с такой же росписью. Вот, то есть на этот я могу, в принципе, придумать цену. На эти пока цену не придумала, потому что я не знаю, я не нашла вообще ничего подобного пока что на просторах интернета. Но все равно я поставлю их в продажу. И хотелось бы их продать парой, ну, потому что они реально комплект. В них все идеально. На одном бокале есть вот такое вот одно место. Но они роскошные. Я предполагаю, что они прямо такие антикварные. Ну, или близко к тому. Роскошная вот эта толстая матовая позолота. И это полностью ручная роспись. Это прям роскошный коллекционный вариант. Или же на подарок. Здесь вот охотник, все полностью вручную нарисован. Посмотрите. Роскошный, красивейший у них зеленый изумрудный цвет. Вот этот бокал даже с сертификатом. И тоже это ручная роспись. Так, и вот таких 4 настенных тарелочки. Очень красивое матовое золото. Сейчас они даже немного как-то, мне кажется, бледнее выглядят в этом освещении. Красивое матовое золото и роскошнейший принт. Причем это какая-то серия каких-то реальных гравюр, я так понимаю. Сзади надписи 4 стихий. Вот. Это Royal Tetal. Это австрийская фирма. У меня сейчас нет времени. Здесь сзади все можно перевести. Я думаю, что это как раз такие вот о серии этих гравюр. Их 4 штуки. Так, их 4 штуки, полный комплект. Мне кажется, на стене они будут выглядеть просто роскошно. Вот так вот, и более реальный цвет. Вот какая красивая. Они, конечно, немного пыльные, надо их чем-то протереть. Так, и тарелочки тоже будут в продаже. У меня нет времени сейчас это фотографировать для инстаграма своего рабочего. Но смотрите, если еще в воскресенье будут отправки, если кто-то срочно хочет, то я в воскресенье могла бы и отправить. Я брошу их с собой в коробочке в багажник Мюнхен.
Ну, все. Вот такие вот покупки. Всем пока. Мы собираемся и завтра рано утром выезжаем в Мюнхен.